выдал себя своим же поведением. На контрольно-пропускном пункте в Набережных Челнах полицейские остановили автомобиль под управлением 44-летнего водителя. При проверке документов мужчина стал заметно нервничать, чем привлек внимание автоинспекторов. Вскоре стала ясна причина такого поведения. Анна Городнова продолжит. Автомобиль «Лада Гранта» дорожные инспекторы остановили на контрольно-пропускном пункте «Тула-1». При проверке документов сотрудники ГИБДД обратили внимание на неадекватное поведение 44-летнего водителя. Как они заподозрили, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотические вещества имеются? В машине будет проезд. Откуда она появилась? Вообще без понятия. В ходе личного досмотра полицейские изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения темного цвета. Изъятое позже отправили на экспертизу. Кроме того, стражи порядка установили, что мужчина недавно забрал водительское удостоверение. Ранее он лишался за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и срок лишения завершился. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас водитель задержан, а его автомобиль находится на специализированной стоянке. Известно, что мужчина судим по статьям «Разбой», «Бандитизм», «Незаконное приобретение», «Хранение», «Перевозка», «Изготовление», «Переработка наркотических средств». Не исключено, что в ближайшее время в этот список добавятся и другие. Анна Городнова, Айрат Назипов, «Вызов 112».